нет места. Ничего не могу взять. У меня нет столько места. Нереально. Больше унесу. Нет места. Ничего не могу взять. Нет места. Ничего не могу взять. У меня нет столько места. Нет места. Ничего не могу взять. У меня нет столько места.
Эй! У меня нет... Кто здесь? Эй! Кто ты? Я помогу тебе. Уходи! Тебе здесь не место! Я знаю, тебе больно, но... Малфутун! Спасибо. Кто ты? Зачем ты явилась? Я исследователь. Лара Крофт. Они вернутся. Нужно уходить. Взять ее. Ты не просто мой сын. Ты мой наследник. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но, к счастью, ты цел. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма.
Я ожидала найти руины, а не вас. И не все это. Сектанты, зачем им нужен ваш сын? Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Зачем он тебе? Украсть? Продать? Нет. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это? Это Пайтити. Ты сейчас здесь. Пайтити. Тайный город. Но что значит глаз? Это место смерти. Жертвоприношений. Ты думаешь, твой артефакт там? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Ведите его. Иона. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби? В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею с серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Эцли, добудь ей одежду. Учу. Останься с ним. Вернусь, как только смогу. Ладно. А тут мило. Тихо. Я не знаю, как вас зовут. А, прошу прощения. Мне приходится проявлять осторожность. Я Унурату, законная царица. Thank you.
хочешь осмотреться сегодня утром, когда будешь готова отправиться? Нет места. Ничего не могу взять. Ты оказываешь нам честь. Нереально. Больше я не унесу. У меня нет столько места. Приветствую. Привет.
Хакан! Что это? Сектанты, ждущие явления божества. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но их глава займет мое место и попытается стать богом. Он верит в то, что сможет преобразить мир, создав рай на земле. Преобразить мир? Что? Я помню эти слова. Вот он! Я знаю его. Это доктор Домингес. Узрите! Орудие нашего единства и спасения! Скоро наши мечты о мире и спокойствии осуществятся! Они уже зовут его Кукулькан. Но его настоящее имя Амару. Он родился здесь, но вырастили и изменили его чужаки. Народ верит в него. А ты нет? Мой покойный муж Сайри был его братом. Им по-разному виделось будущее Пайтити. Когда Сайри умер, Амару посвятил себя секте. Вы видели бурю? Вы боитесь больших бед? Но я позабочусь о том, чтобы Пайтити все пережил и процветал вечно! Я знаю Амару. Если он преуспеет, никто из несогласных не увидит этого рая. Мятежников казнят. Нет, если не найдут ларец. Именно. Нам нужно найти его первыми. Может, Амару еще поймет, что есть любовь и разум. Смерть иноземцам! Грядет возмездие! Хакан, довольно! Нужно ударить, пока этот змей у нас под носом. Время справедливости придет. Не рискуй всем, повинуясь минутному порыву. Эцли, ты на разведку. Встретимся у склона горы. Все, хватит. Иди с Эцли. Тебя узнают даже в этой одежде. Я принесу ларец. Обещаю. Вам же сказали поддерживать мир. Я просто вышла прогуляться с сыном. Амару теряет терпение. Это не повторится. Иона, можешь говорить? Ага. Мы с Учи разбили лагерь, все хорошо. Домингес здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату... Нереально. Что? Больше я не унесу. Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Моя жена очень больна, как и многие другие. Это чужаки принесли болезнь. Кто-то должен что-то сделать.
выше. Красивые они, правда? Это ламы, очень ласковые. Даже дикие гуанака из джунглей любят, когда их гладят. Боги их одобряют. Нет места. Ничего не могу взять. Не пойму, что это за диалект. Я не понимаю. Много общего с креольским.
Нереально. Больше я не унесу. Сегодня тут людно. Кукулькан обещал нам процветание, но многие делают из... Я считаю, что Унурату и ее мятежники верные дети Пайтити. И не только я так думаю. Просто только у меня хватает смелости сказать это вслух. Грядет... Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушать-то Камару, Домингес, Кукулькан радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить.